чем появился агент, занимался поисками работы. И потом, когда узнал, что Рубин интересуется, ну, в принципе, последовало предложение, долго не думал, как бы. Что привлекло? То есть, в принципе, что... Привлекло то, что, во-первых, это топ-клуб, во-вторых, тренер известен в высшей лиге, что всегда борется за самые высокие места. Да, это наша работа, сборы всегда тяжело, никто как бы не ропщит, как бы работаем, тренируемся. Привлекло, что сейчас при лимите, при том, что все, ну, любые команды вынуждены его соблюдать, опять же, в топ-клубе, как Рубинка, вы говорите, все равно доверились вам. И... Накладывается, наверное, какая-то дополнительная ответственность, то, что понимаешь, что тебе доверили быть в числе этих 5 человек. Будем показывать свою лучшую игру. Я думаю, что все ребята, мы собрались здесь делать одну общую цель и общее дело. Те ребята, которые что-то выиграли уже, там, золотые медали, я думаю, что они хотят также выиграть и кубок, и мы все здесь собрались ради этого. Те ребята, которые оставались в команде, уже объяснили, что тут болельщики очень по-особенному к команде относятся, теплая атмосфера, всегда внимание очень большое, это только радует? Ну, я наслышан, в принципе, и не раз играл здесь, и видел, как болельщики поддерживают свою команду. Ну и да, ребята тоже рассказывали, что как бы, болельщики очень хорошие.